еще. Светлая мечта КГБ, чтобы церковь была вот этим третьим филиалом. Очень хотелось поучиться в Европе, поездить по университетским городам, поучиться там и здесь, как делают вообще все нормальные сейчас церковные деятели. Если ты хочешь получить хорошее место, карьеру и все прочее, то тебе говорили, хочешь стать архиереем, мы тебе сделаем. Хочешь получить хорошее место, пожалуйста, но ты должен работать. Шантажировали, грозили тюрьмой и лагерем. Большинство не соглашалось работать. Но были люди, которые соглашались работать. Меня вербовали три раза. Нет. Решительно, твердо, нет. Но после этого передо мной были закрыты все пути. После Академии Духовной я должен был бы получить приход в священническое место где-то. Потому что это все-таки Духовная Академия, кандидат богословия. Я его не получил. Я был дьяконом целых 13 лет. Господь уважает свободу больше нас в тысячу раз и сверх тысячу раз. На кресте висел Господь Иисус Христос, справа от него благоразумный разбойник, слева тот, который ругался над ним и смеялся. Этот пожалел, сказал, вспомни меня, Господи, когда будешь в раю. Господь сказал ему, сегодня же со мной будешь в раю. И ведь меня волнует всегда и удивляет. Вот такой момент. Как же Господь не повернул голову и сказал, разбойник, слева ты. Этот-то со мной, а ты-то что? Почему Господь не агитировал? Почему он не проповедовал? Почему он не простил этого разбойника? Как же так? Давайте по-русски, вместе, втроем. Все, я всех забираю, амнистия, вперед. Нет. Висит Господь, новый человек, творец вселенной. А этот человек слева не хочет. И Господь говорит так, как бы. Его волю я уважаю, он не хочет, это его дело. Я всегда хотел, ну и думаю, Господь пошлет мне мальчика. Вот. А когда вот Ванюшка появился у меня, тем более я всегда хотел своего сына назвать Иваном. У меня отец Иван. Вот. Дед был, в общем, Михаил, отец Иван Михайлович, я Михаил Иванович, а сына думал назвать Иван Михайлович, то есть такая вот у нас семейная, значит. Вот. А тут готовый Ванюшка. Иван Михайлович готовый. Вот сейчас он у нас живет,
Вот, когда его отпускают на выходные, когда он не учится, на каникулы, сейчас вот у них это живет, проблем не возникает. А вот что вот с Ванюшкой, я говорю, ну опять я говорю, это просто, ну, лишняя забота на нее, поэтому я ее прекрасно понимаю. А там Бог, он укладывает все, он делает все как. Я не думал, что я здесь вот приду в Елать, не найду какую-то Ванюшку. А у меня раз, и Ванюшка на голову свалился. Прием, что на маленький. Где ты мой прием? Вот они. Вот они все. Все мои маленькие. Вот в течение 8 лет мы существуем на пожертвования добрых людей. И нам удается с Божьей помощью много что сделать. Потому что самое-то главное, конечно, не только вот эти деньги. Это. Мы вместе перед Богом предстоим молитве. Потому что они просят молиться нас за них. А мы просим их молиться за нас. А уже, в общем-то, жизнь прошла, и столько всего тут событий разных было. И в стране, и в личной жизни, и в жизни моих друзей. Больше 10 выставок, наверное, было вот у нас в нашей группе 20 московских художников. Так-то мы всей вот этой секцией нашей выставлялись раза по 3 в год. А вот так уж как-то получилось, сложились обстоятельства в стране, что вот это место как бы показывали и зарубежным деятелям, что вот у нас есть как бы оппозиционное искусство, и вот мы были такими оппозиционерами. Вот Алла Пугачева заказала мне пластинку когда-то через фирму «Мелодия». Ну, а я, чтобы не делать ее так обыкновенной пластинкой, я решил такую игрушку сделать. Картину написал и разделил ее на части. Может быть, кто-то там помнит, такой конверт был с двумя пластинками. Это, «Как тревожен этот путь» называлось.